Ассаляму алейкум. Что делает иглотерапевт именно из Казахстана? Очередное упражнение для того, чтобы укрепить почки. К почкам относится почти 80% всего организма в восточной медицине. В частности, почки, мочеполовая система, кости, суставы, волосы на голове, уши открываются почка и так далее. Это все относится к почкам. И что надо делать? Очень простые упражнения. 36 раз сверху вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, десять, двадцать, тридцать, 36 раз. Кроме этого, есть очень хорошее упражнение. Петух стоит на одной ноге. Что вы делаете? Вот так вот становитесь и стоите на одной ноге минуту. Если вдруг вас шатает и вы не можете делать это упражнение, вы берете простое упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать. Потом опять становитесь и вы чувствуете, что вы лучше становитесь. То же самое вы делаете на этой ноге. Если вдруг у вас не получается, вы точно так же делаете это упражнение. И стоите по одной минуте. В день можно делать 2-3 подхода. Всем здоровья!